Привет! Ты на канале CaseStreamer, и мы возвращаемся в Nordic Ashes. Будем смотреть обнову, посвященную китайскому Новому году. Итак, разработчики добавили новый костюм для Ханси. А для того, чтобы его открыть, надо пройти Муспельхейм в режиме нормальный или выше с помощью Ханси в течение ивента «Год дракона». Так, у меня как раз не пройден Муспельхейм, давайте это исправим. Так, у меня накопились семена, давайте посмотрим, как работает новое оружие, посвященное Новому году. Это яйцо дракона, берем, и фейерверк. Так, у меня еще две энергии. Так, кукла. Давайте ядовитые снаряды. Я, наверное, буду это все продавать. Так, все, Ханси. Давайте с кинжалом. Так, все, Муспельхейм. Не, мы не будем никаких Рагнарёков играть. Рагнарёк прям тут супер тяжелый. Пройти просто такая жесть. Ну, конечно, зависит еще от проклятий. Вот мне какие проклятия достались, просто нереально. Так, приключения, эксперт. Погнали. Посмотрим, как работает дракон и яйцо. Настройки, графика, видимость. Вот, смотри, дракон. Видишь, какой? Не, наверное, не видишь. Надо сделать побольше. Вон, видишь, он жарит. Тут и так жарко, им похеру. То есть, огненных духов жарит огненный дракон. Мы через дракона будем проходить. Ну, попробуем, по крайней мере. А что такое вероятность эффекта? Это вероятность поджечь? Какая фигня. Перероллы? Где мой дракон? У нас, кстати, хпшка очень маленькая. Ладно, мы сейчас это исправим. Течение с маслом. А где мой дракон? А вон он. Так, вот эта штука нам ядовитая. Наверное, не нужно. Ядовитые грибы тоже не надо. Ну, кстати, хотя... Непонятно, это урон мы столько наносим? 120. Или это они лечат? И где мой дракон? Какое-то напряжное начало. Не находишь? Ваш дракон совершит два дополнительных огненных дыхания. Ну пусть.
Ну где дыхание? Давай. Или у них тут у всех иммунитет. Специально подобрали так. Ну, дракон, ну жарь, давай. Вложил в тебя столько. О, 3 снаряда, неплохо. Потом фейерверки будем качать. Надо что-то традиционное качнуть. Ну, дракон, ну куда ты вот уходишь? Но... Ну что, он взял и улетел. А сейчас он... Ну кого ты жаришь? Ну кого? Ну... Так, ну-ка, ну-ка. Да ты задолбал уже. Ну, вроде начали уже приходить в себя. О, хорошо. Ну, мочи ты эту птичку. Так, урон от ожогов. Пойдет. Так, наверное, все-таки вот эту штуку тоже надо взять. О, урчин. Карточка. Копеечный лук. Надо пойти полечиться. Что-то бутылок тут не дают. Сыр. Так, погоди-ка, погоди-ка. А у этого что, иммунитет? Ну хренач, хренач, пока шарики, блядь, не коснулись тебя. Просто у меня, видишь, как мало хпшки. Ну хотя непонятно, сколько противник мне сносит элитный. 1,5 единицы или половина? И я даже этого не знаю. Сколько играю, не обращал внимания. Просто у меня ровно было 1,5 сердечка. Так, ну что... Так, ну, наверное, один раз возьмем вот эту штуку и будем фейерверк качать. Отлично. Ну, кстати, мне же надо вот эти души собирать. Ну пока было все не до этого. Это же фишка Ханса. О, вот это я уже понимаю. Мы хпшку восстановили. И она у нас не одно, там 2 сердечка.
Не понял, это все, что дал алтарь? Дайте крит яйцом. Так, ну что, фейерверк? Ну, снаряды в область нормально. Так, урон, перезарядка пойдет. Так, урон пойдет, пойдет. Перезарядка снаряда. А, уже и нет. Надо урон. Так, все, сыр. Вот так вот. Грамотный, четко взял. Камень взял. Давай еще. Горячие снаряды. Давай, давай, давай. Еще давай. Жмот. Так, души, души. Дайте урон яичкам. Дракон всех сожжет. Дракон против Феникса. Дракон, ты где там тусуешься? Тебя там Феникс ждет. О, вот это я понимаю. Нормально. Мы сейчас тут еще соберем всяких вкусняшек. Так, эту штуку мы как? Мы по силам? Думаю, нет, наверное. О, 17 монет. Нифига себе. Так, что мы будем делать? Зеркало брать, не брать? Так, надо сундук забрать обязательно. А все уже из пепла. Погоди, погоди, погоди. Так, так. Жалко как-то. Можно побольше отжать. Ну все, браток, ты меня вообще-то уже утомляешь. Три сотни золотых не так много. Хочется прям 500. Да, тут только самое начало такое прям напряжное. Ну, а эти ящики кто ломать будет? О, нормально. Братух, вот этот еще ящик. Спасибо.
Так, а последнее дыхание, если продавать, за сколько мы продадим? За 6. То есть купил за 7, продал за 6. Просто слот высвободить, чтобы он мне больше таких херню не предлагал. Так, 16. 16 на 3. Это вроде 48. 209, да? Ну, посмотрим, что он предлагает. Не понял, но он, наверное, зависнет. Фейерверк, ну он же у меня есть. Родной, ты этот, головой, что ли? Дайте еще что-нибудь посмотрим. Так, за семерку 10 крон. Не очень. Хлебушек. Световой меч. Ну давайте хлебушек. Все, наверное. Ну полтинник я сейчас заработаю. Монет. До лимита добью. Возьму зеркало, и потом мы затаримся нормально. Нифига себе, тут противник-то не такой слабый. Ну как люди проходят за Ханси Рагнарёк 7? Это вообще вопрос. Ну персонаж какой-то не очень сильный. Мне кажется, тут что не качай, он просто сам по себе вот такой вот. Слабачок. Что-то время как-то быстро идет. Так можно и не заработать. Нужна мне сумма. Гаденыш какой. Давайте традиционно просто кинжал улучшим, а то он что-то совсем слабенький. На дракона надейся, но как-то сам тоже не плашай. Видишь, я прошел уже мимо шахты. Так, баблишка. Все, сразу 250. Как-то излишне щедро. Да, ну у миньонов прям совсем маленький урон. Половинка это. Ну псы как их много. То есть мое оружие ничего толком сделать не может. Вот урон и снаряды. Нормально, ну вот давайте смотреть. Еще фейерверки.
Дракон, фейерверки. Мне кажется, если бы я взял просто кинжал и... Что тут? Такой кинжал и эти кинжалы, результат был бы не хуже. Возможно, даже лучше. Так, все, надо идти за зеркалом. О, лосось. Ну, времени нету. Ну все, 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 разошлись, уроды. Вот был бы у нас гноки золотой. Еще крит. Давайте еще крит. Так, надо бутылки пойти собрать. Перезарядка. Ну, нормально. Перезарядка. Больше опыта. Так, у меня 15. Что мы можем взять? Уменьшить хпшку боссу. Давайте. Увеличить урон. Не, ну у меня зато денег почти 5 сотен. Ясен, красен. Мы так еще усилимся. Да, ну не фейерверки, что-то ничего не впечатляет. Ну как бы такая толпа, ну выноси. ПВП. Дракон против дракона. Не ори. Ух, кстати, хорошо попал. Что-то я не ожидал. А где мой дракон? А, вон он. Но он такой маленький у меня. А у меня просто китайский дракон. Это настоящий, а это китайский. Made in China. Кстати, вот тут нихера себе, блядь, а чё такое? Пахнет не просто жареным. Это пахнет излишне жареным. Ну ничего, у меня он... Хлебушек есть. Ну посмотри, видишь, чуть-чуть не хватило. Ну здесь-то ты, конечно, себя проявишь. Давай, давай, вот с ящиками ты молодец. Это ты умеешь, это ты могёшь.
Ну сколько мне будешь предлагать одно и то же? У меня это яйцо есть, вот эта херня у меня есть. Вращайте барабан. Просто боюсь, что что-нибудь зависнет. Берут непонятно чего. Иммунитет. А, это у врага. Ну, хотя, в принципе, нормально. Пусть у врага не будет иммунитета. Это шляпа. Были бабки, сейчас их не будет вообще. Так, давайте. Во. Финальный фейерверк. Всегда есть грандиозный финал. Ну, зашибись. Длительность какая-то. Мудительность. Ладно, давай урон. Дракон добавил. Пожженные враги. Шляпа. Больше опыта. Вот как надо затариваться в магазин. Здесь урон от ожогов, 10 от яда. Шанс на крит. А всё-навсего я хотел жадность. Чтобы урон был плюс 500%. Так, фейерверк, урон. Давайте, блядь. Купон, ну конечно, блядь, когда уже все бабки всрал. Это ты молодец, это ты умеешь. Так, ну давайте тогда продадим вот эту херню, где она? И возьмем. Не зависло? Все неблагоприятные эффекты. Обожженные враги. Так, шанс на крит. Давайте. Три снаряда. О, вот такая штука. Ну, это, кстати, неплохо. Давайте область. Просто сорю деньгами. Я уже устал выбирать. Зеркало? Нихера себе! А что, такое бывает, что ли? А можно зеркало продать? А как такое может быть? Что с игрой не так? Не, ну я не могу не взять зеркало. Ясен хер, мне бабки нужны срочно при том. Ну, блять, ну как так-то? Ну как так-то? Ну как так-то? Ну... Не сработало. Просто бабки взяли. Мошенник. Гноки, ты мошенник.
Давай урон. Ну где-нибудь урон дай. Блять, естественно, все что угодно, только не урон. Урон 19. Блять, хорошо. Еще одна жизнь. О, пойдет. Лосось. Класс. Урон. Ну, теперь-то понятно. О, еще за каждое потерянное хп. Ну, мусора-то я набрал знатно. Ну, теперь-то, конечно, можно дать. Когда уже ни хера не осталось. Перезарядка. Ну, нормально. Ну, сейчас-то, конечно, мы просто разорвемся. Так, здесь я ничего взять не могу. У меня иммунитет. Урон от яда. Ну, блин, ядом-то я и не херачу совсем. Бабло сюда. Что-нибудь такое по-быстренькому взять. 35 секунд, блин. О, шлем. Будем критовать. Пошли отсюда. О, кстати, с вами можно было еще вот здесь дождаться. А у меня лосось-то уже есть. Какой-то сбой просто. С реликвиями. А, кстати, ты видишь вот фейерверки, чтобы прям это что-то такое было. О, бабки, бабки, бабки. О, мешок. Пойдет. У меня просто именно эта реликвия есть. Как я понимаю, мне вторую такую не дадут, еще игра зависнет. Так, у меня 33 уровень. Надо докачаться. А у меня дракон не это. Не понял. Я же улучшал. Видишь, у меня здесь камень нарисован. Ну тут прям реальный какой-то сбой. Не, ну не готов еще раз тратить.
Так, шахта. Восемь монеток. Ну, сейчас будет 0,9. Давайте спичку вам попробуем взять. КЦ. Что-то не успеваем. Область фейерверка. Еще урон от фейерверка. 16. Нет, нет, нет. Не успели. А, ну мы уровни продадим. Все качать нечего. Все, погнали. Нихера не видно. Не, ну понятно, что он просто в режиме неуязвимости находится. Нихера не видно. Как только он отключится, эта фигня сразу упадет. Все. Все, открыли костюм. Вот так. Ну и глубинный кристалл теперь с драконом. И багровый кинжал уже не багровый. Так, как у нас с Игдрасилом? Двадцать листочков и 2000 семян. Но семена, наверное, трогать я не буду все-таки. Наверное, пригодятся. Надо вот эту штуку прокачать. Урона от миньонов. И еще дополнительная жизнь. Ну и так по мелочи. Но это еще копить и копить. Прикинь, мне не выполнено всего одно достижение. Пройти Хелхейм в режиме Рагнарёк 6. Удивительно, что я не прошел еще. Как так? Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.